Венгрия. Страна паприки, гуляша и удивительных возможностей. Страна, где всегда тихо и спокойно. Было, пока не пришли барабульки! Кинокомпания «Скотобаза» представляет самое ненужное продолжение фильма за всю историю кинематографа. Настолько ненужное, что я уверен, что большинство из вас даже первую-то часть не смотрели. Но тем не менее, продолжение с каким-то хреном все равно выходит. И это «Барабульки 2. Атака на Венгрию». Фильм, который лучше бы не существовал, но он, мать вашу, существует. Неведомое нечто, снятое по всем правилам плохих сиквелов. В два раза хуже спецэффекты, в два раза меньше актеров. Да что там говорить, тут вообще нет почти актеров. За исключением меня, несчастного голоса, которого заперли в подвале и отобрали паспорт и заставляют озвучивать все подряд, в том числе и эту хренотень. А вы что думали, кто там вам озвучивает трейлеры к вашим любимым Мстителям, блокбастерам и тому прочему? Но вернемся к нашему фильму. «Барабульки 2. Атака на Венгрию». Узрите небывалый экшен и сюжетные повороты. Зачем нужен главный герой? Зачем вообще нужны герои? Ведь зрителю не интересно, что там делают герои, разговаривают их чувства и переживания. Все это зрителю не интересно. А что же интересно зрителю? Да все что угодно. Пейзажи, барабульки, снова пейзажи, поезда, там самолеты, небо, солнце, Венгрия, Будапешт. Еще немного чего-то там. Еще куда бы потратить свои деньги. Ну и конечно же то, сколько же человек прикончат барабульки в фильме «Барабульки 2. Атака на Венгрию».